Приехали, разгрузились, начали монтаж. Поставили несколько арок. Захватились по трубе. Пошли. Собрали каркас теплицы капелька 313М. Привалились к фундаменту. Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 3 октября 2017 года. Построили мы теплицу. Капля крепыш шириной 3 метра, длиной 9 метров. По торцам расположены у нас разрезные двери форточки. Каркас теплицы сделан у нас с профильной трубы 20х40, поэтому называется крепыш. Сверху арок имеется усилитель. Также есть диагонали укосины для большей жесткости каркаса. Красили конструкцию полимерно-порошковым способом. Каркас стоит у нас на железном основании. Это труба. На этой трубе раньше стояла предыдущая теплица, ее разобрали. И на это же основание, оно очень доброе еще, приварили нашу теплицу. Также у нас в теплице имеются форточные блоки с ручным управлением в количестве 2 штук. Поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,8 плотность. Один из лучших по характеристикам. Помимо новой теплицы, на участке у нас есть старенькая теплица. У ней мы покрыли крышу новым поликарбонатом. То есть раньше было стекло было демонтировано, шпросы подкрашены и установлен свежий поликарбонат. Она старенькая. Вот это новенькое. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. А я с вами прощаюсь. Всем пока.